Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Наконец-таки вышла обнова. И что она в себе таит, мы сегодня узнаем. Короче, мы сегодня и поиграем, и на обнову посмотрим, и хотел бы вам сказать одну важную вещь. Крупных обновлений на серваке не было почти 3 года. И это всего лишь первая часть обновы, которую, естественно, мы будем фиксить, а потом выкладывать вторую. И первое, чего коснулось обновление, это новый пак оружия. Но и тут не обошлось без проблем. Посмотрите на эту шедевр скорострельности. И да, я не прокликивал, а зажал левую кнопку, и она там была действительно такая в первые 20 минут после выхода обновы. Но это уже пофиксилось, вы можете зайти и почекать новый пак. А почему вообще убрали старый? Проблема была в том, что он очень сильно нагружал сервак, когда ты из них стреляешь. Вот эти вот все эффекты при стрельбе из АВП Гаусс, М4 Флэш, огненный МП7, это не единственные пушки на весь сервак, ими пользуется большое количество игроков. И вот эти все эффекты, они создают отдельную нагрузку, которую мы убрали, перенеся модельки оружия на новый пак. Вместе с этим добавили пару-тройку новых стволов, потому что люди просили добавить что-то новое, что можно купить себе за донат навсегда из каких-нибудь оружий. Но это уже не суть, перейдем к следующему. Бывает. Вот этот челик работал на благо города, но по случайности он отлетел из-за несчастного случая. Это переработанный разнорабочий. Вы уже эту систему много где встречали, но это дополнено моими личными соображениями. Суть примерно такая же. Видишь поломку, идешь чинишь, получаешь бабло. Но теперь некоторые поломки могут быть опасны как для тебя, так и для других жителей. Для теста пока мы добавили только два типа урона. Это первое электричество, а когда ты прикасаешься к этому entity с неполадкой, она бьет тебя и забирает половину хп. Второе это радиация, если ты находишься неподалеку от места происшествия, то тебя постепенно будет снимать хп. Разнорабочий может себя от этого обезопасить, просто надев защитный костюм. Ну и обновили мы еще новые интерфейсы, поставили и добавили профессию варщика самогона. Я понимаю прекрасно, кому-то не особо зашел новый интерфейс, но все же вы на том старом сидели 3 года. По-моему, суть этой микрорубрики и заключалась в том, чтобы вы смотрели на какие-либо изменения, будь это какой-нибудь шаг назад, когда мы загрузили новый пак оружия и там была просто поломанная скорострельность, так и шаги вперед. Я их сам выделить не смогу, для этого есть вы, заходите, оценивайте и говорите, что думаете. Ну а теперь погнали поиграем. Если кто-то еще не понял, что это за сервак, я играл на нашем сервере Боброград. IP, группа, а также промокоды будут в описании. Давай на мирном разойдемся с тобой. У вас есть лицензия на оружие? Ну ладно. Опа, товарищ, а вы что это? Чего такое? Да, оружие. Да, ну, серьезно. Уберите, уберите. Так мы же договорились, я вам зачем 30 тысяч? Да, раз двое, вы один. Я понимаю, что у вас двое и один. Лицом к стене встаньте. Лицом к стене встаньте. Сделайте заказ, сделайте заказ. Ля, присо... К стене. К стене встал. К стене. К стене. К стене. К стене. Вы еще третьего позовите, чтобы он спамил. Я и так у стены. 30 тысяч. 30 тысяч? Давай сейчас. 13 тысяч. Ебало, мне пенсия. Конечно, тебе бошку послю, упадешь. А что ты мне сделаешь, пи***а тупой? Все, спал сроки. Еще раз увижу, бля, расстрел моментально. Да нахуй, ты не расстреляешь. Ничего ты не сделаешь. Что ты там сделаешь мне, кусок долб***а, блядь? Два лоу-скильных хуй***а. В стене лицом становись. А, иди. У тебя 16к. Оружие убрал, лицом в стене встал. Оружие убили. Попробуем. Нет.
убил случайно. Аккуратно, ой, не того. Ну ладно. Это случайно вышло, да? Лицом к стене раз стал, два, три. У стены стоять. Убери оружие. Убери оружие и так встань. Что? Попытка убийства. Когда я перестану в тюрьме сидеть? За лицензией нельзя зайти, тыкаю сразу. Так, я опять стал маньяком. Да ё-моё. Так, пока я рыпаться не буду особо. Как бы мне его подкараулить? Учитывая то, что я не могу карабкаться по стенам. Насчет неба, если у кого-то возникнут вопросы, то тут на серваке это меню зажимаете и накликиваете, что конкретно вам нужно. Вот я, наверное, поставлю что-то такое, на фоне чего будут модельки выбиваться, чтобы было лучше видно. Нет, залутаем, это залутаем. Хотя смысл это лутать, потому что я за маньяка не могу носить выше что-нибудь, пистолеты там. Пистолеты, пулеметы, дробовики, автоматы, снайперки мне теперь недоступны. В этом надо пробовать выкручиваться как умеешь. Катаны теперь тоже нету. Алло. Алло. Братан, откроешь? Нет. Братан. В целом солидно это было. Я был убит охотником. Я так долго ждал когда-то. Так, а чё ты ждал? Чё не мог? Так ты ж не можешь так делать, так пока вот, я себя не проявлял. Я ждал, так ты себя проявлял вроде, не? Как? Что я сделал такого? Нет, ну значит, ладно, виновен. Я долго ждал, когда ты уйдешь куда-нибудь подальше. Ты носился по городу, а особенно стоял вон там. Вот зачем ты так делаешь? Что тебе на той крыше надо? На ты какой всегда крыше? На небе. Так я на какой крыше-то стою? Я в бедном районе был, ты меня там убил сейчас. А, это да, но ты очень долго тут стоял. Либо у меня просто метки сломались. Я не знаю, что у тебя сломалось, но я пробежался вот так вот по городу, забежал в бедный район, и ты там меня убил, хотя я ничего не сделал толком. Как ты узнал, собственно, что я маньяк? Чё-то у меня какая-то череда неудач. Одного я не смог ограбить, сел в тюрьму, не могу никого даже толком в ПВП перестрелять, хотя было до этого нормально, прям вполне себе. Потом я опять сел в тюрьму, и всё, получил я желанного маньяка роль. Я толком никого не убил, я только готовился к этому, меня распознали, и убили, да ёб... Типа у меня что-нибудь за сегодня получится вообще сделать? Какой-то день неудач, сука. Максимально какой-то неудачный материальчик. Лицом к стене. Стоять! 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 Не, ну это адекватно вообще. Я и этого ограбить не смог. Это вообще как называется, сука? В F4 теперь пока что только две менюшки. Либо вот кликабельная получается опция. Профессия, открыть, посмотреть, магазин внутренний игровой, что можно тут купить, респиратор, раздатчики ХП, хилки, броня ХП, шарманка, для принтера всякое оборудование, телевизор, чтобы видосики смотреть, ну и, конечно же, меню профессии, куда без этого. Либо можете на валюту свою кликнуть, чтобы пополнить ее через донат. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, лицензию на оружие хочу. Я не знаю, может катану разыграть после этого видео. У меня просто она лежит, я по ошибке ее купил сегодня. У меня лежит катана, которую я никому дать как бы не могу. Хочешь проникнуть? Чё, я купить хотел. Чё хочешь? Я купить хотел. Чё купить хотел? Дигл есть у тебя? Алло, блядь, ты чё? Дигл! Нахуй ты на меня наставил? Я говорю, дигл купить хочу. Я не продаю! Я не продаю. Ладно, окей. Раз магазин закрыт, компания твоя нефтяная. Не, ну ты чё, тупой? Уходи отсюда, я тебе говорю. Ты сам, блядь, тупой, нахуй. Да, вот это вот квартирка, получается. Здесь вот человечек мне оружием угрожал. Угу. Ну давайте, да, возле фонтана. К стене лицом встал. Раз. Два. 10к скидываешь. Давай, окей.
Не буду я тебя обирать очень сильно. Десятку только возьму. Да какие денег? У меня денег-то, в принципе, питание. Ну, у тебя 80к, я же говорю, не 30, а 10 у тебя возьму лучше. По-божески. Ну, это за это тоже спасибо. Я уже забыл, как это кидать деньги. C-меню. Выкинуть деньги, РП действия. Не, я уже понял даже. Все, если что меня не знаешь, не видел, не помнишь. Лицо на стене. Ладно. Давай я у тебя куплю пачечку одну. Забей. Забыли. Ну, что-то за 450 получается пачечка сигарет, хорошо? Пойдет? Да что-то, ну, маловато как-то. Давай за трешку. За 3000? Да, сейчас тебе скину. Подожди, не закрывай. Она сама закрывается. Вот ваша сигарета. Ага, давай, сейчас подниму. Опа. Спасибо. Все, я пошел, спасибо, удачи. Шокер. Не могу я кепок грабить, правда. Не могу я кепок грабить, не люблю я такое. И чё? Прикольный калаш у тебя, кстати. Так, и шо? Ну, калаш прикольный, а зонтик где ты взял? От него нет ни сообщений, ничего. Слышь, раскуриться хочешь? Алло, а чё со стволом он лазит, я не могу понять. То с калашом, то с деглом каким-то. Странно, чел. Два брата, два сапоя под тампу. Ничего себе, ты видел, как он через стену прошел? Да, видел, ребят, двери закройте вот на ключ. Это... Двери закройте на ключ, лицом к стене. К стене лицом. Давай-ка 20 тысяч, скидывай. Ага. Ты меня не знаешь, не помнишь и не видел. Давай, удачи. Нелегал у них. Поставь там бойницу. И у меня нету ничего такого. Не умею я их ставить вообще. Че, сами откроем или нам вломиться? Понял, вломимся к вам с чайком. Остальные наготове, пусть сидят. И че это такое, мне лишь интересно стало. Ну ладно, кстати, дайте я раздачу. Отойди. Иди сюда. Да не, нормально. Нормально и так. За бойницу встань. Все, пусть я беру. Что, взяли? И броник купи. Отойди. Зачем? Далее работает. Double kill! А, все-то да. Подожди, я одного убил, и вы второго убили. Я одного убил. Я генерал по тебе настрелял. Я его убил арбузом! Не, рейды это вполне себе прикольно, когда они в меру, а не когда занимают 100% геймплея. Здорово! Прикол. Я, если чё, ну, примерно так же, как ты оружие достал, тоже заранее. Нормально, Kanye West у меня теперь. Ты мудак, ты что делаешь? Алло, ты нормально, нет? Брат, это раз***в лицом к стене, брат. За что ты его убил? Не, нахуй послал. Ты охуел? Ты уебал, типа, за то, что он тебя послал нахуй. Я его в ответок нахуй. А дальше чё? Похуй, бегай. Вези меня, поехали. Понял? Но ты ничего не видел, это мусорской беспредел. Хотя мы тебя можем ебать, потому что ты чмаешь меня. Профы нахуй летишь с такими темпами. Да. Почему ты убил этого человека в ТЦ? Ты маньяк, да? Да. Ага, а ты в курсе, что там нельзя убивать? Блять, проебался. Да похуй, тогда выдавай. Давай, сейчас тебе выдам. Это лотерейный у тебя маньяк, да? Да. Сейчас тогда за 5,5 выдам тебя. Духай бебру. А теперь вот этого челика, Вита Скалета. Здорово. Вот при тебе человек зарезал гражданского, и ты ничего не сделал с этим. Почему? Я вон наручники взял. Ага. И потом гражданскому другому начал угрожать, что типа мы сейчас и тебя ёбнем. Прикольно. Маньяка профессия или СБГ у тебя? Да мне что с ним делать было? Я как я тебе? Отвезти на проверку, достать документы, отвезти к мэру, чтобы он узнал, кто конкретно. Ну, НРП сейчас тебе выдам. Что? За то, что ты отпустил человека, который убил при тебе гражданского. Все, не души.
Так я и не душу, я тебе просто объясняю по факту, что не так и все. Там 15 минут, я тебе минималку за это. Че стало? Да при нем челик СБГ на маньяке убил горожанина в ТЦ возле стола крафтового. Ну это маньяк как бы был, но он тогда его просто связал, поставил, получается, лицом к стене, вынес его и просто развязал дальше. А пока бегал с ним в руках, в наручниках, начал угрожать мне, типа, сейчас мы и тебя ебнем, ну что это мусорской беспредел, и мы так, типа, можем, потому что ты ч... У одного 5,5, у другого 1,1. Ну да. Ну-ка попробуем, тан обновили или нет. К стене лицом. Все. Какой тут к стене лицом? А тут, в принципе. Идите на... Нахуй идите, сука! На меня напали в этом доме. На меня напали здесь. Иди. К стене сюда вышел, встал. В стене встал, блядь. А, понятно. А, подожди, стоп. Подожди, я что-то не понял. Стой, я встану. Окей, давай, становись. Я что-то не понял просто, ничего. 30 тысяч на пол скидывай. Он-то вообще закон был. Ты меня уже проверил, да? Да, давай. Тана. Все. Спасибо, забыл меня. Короче, смотри, ты когда к ним в хату начал заходить, ты первый начал по ним стрелять или они начали по ним? Я выстрелил первый, да. А зачем? Ну, чтобы я мог нормально ограбить одного человека, чтобы второй вдруг не достал оружие. А, ну ты мог им пригласить угрозу сделать, чтобы они втроем стали. Так видишь, как это обернулось? Он сначала оружие достал, пострелялся со мной, потом понял, что я ему угрожал оружием и убрал его. Да нет, не в этом дело, там еще двое будет. Я просто думал, что если они вдвоем, то могут как бы не это сопротивляться вот моим приказам, и я решил одного убрать. Ну что, 30-ку это я могу и с первого заполучить. Все, вопросов ноль, все. Приятной игры. Еще раз так. Всем привет. Я зашел еще один материальчик надо записать, потому что то, что у меня было, я уже нарезал. Хотелось бы вам еще сказать о том, то, что набор в администрацию проводится. Проведена была недавно чистка администрации. Очень много людей поулетало из-за неактива, из-за недобора какой-либо нормы, из-за нарушений некоторые были сняты. Вот, и получается так, то, что снова открыт набор в админы. Поэтому, если вы хотите попробовать себя в роли администрации, то всегда пожалуйста, вперед. Я оставлю ссылочку в описании, либо вы ее можете найти сами в Дискорде. Требования не такие уж и высокие. Больше 2 дней наигранных на серваке. Конкретно наигранных, которые вот здесь вот показывают. Вот здесь сыграно 2 дня, 15 часов. И возраст от 15 лет. Хотя желательно вообще от 16, потому что 10-12-летний админ это вообще был бы пиздец. Отбалансили оружие, все, теперь вы можете заходить и катать с ним в свое удовольствие. Нормальная скорострельность у каждого ствола. Отдача также нормальная под каждое оружие сделана. Видите, сейчас была небольшая у ППшки, теперь у калаша смотрим. Ну, у калаша теперь реально отдача, какая должна была быть давным-давно. Ой, не стреляй, не стреляй. Стене лицом, к стене, к стене. Я стою, да. Ты не убивайся. Блядь, а нахуй. Он напал на человека. У стены лицом стоять, у стены лицом стоять, у стены лицом. На прицеле держи этого, на прицеле этого держи. Вот этого на прицеле держи. Пистолет, нож. Сейчас. Подожди. Замолчи. Так, слышишь, а посмотри номер дома этого. Номер дома этого посмотри и выясни владельца дома, кто тут. У стены стоять. Какой-то сметанка здесь живет. То есть не твой дом, да? Я его знаю. Откуда? А хорошо, сейчас узнаю. Дело было как, я вам рассказываю.
послушайте. Лицензию осматриваем. Лицензию вашу осматриваем. 20.08 выдано 18.56. Хорошо. Данные вот пока передай мне, да, на телефон. Я сейчас вызвоню. Я вот тебе контакты его держи. Хорошо, спасибо. Все. Алло. Алло, здравствуйте. Вот вас беспокоит. Здравствуйте. Вы дозвонились, Господь Богу. А, понятно. Че хотели? Да вот мне интересно, человек утверждает, что вы с ним знакомы, психолог, имя его. Нашел я в вашей квартире его в момент, когда он убил какого-то человека, напал на него с ножом. Блять, ну я нарушил, ладно. Не, ну вы, хорошо, на тот момент вы его вообще знали как-то? Это мои последние слова. Ну, этот человек просто ко мне зашел и все, потом на меня напал байкер. Все, это все, что могу сказать, все, до свидания. Но все равно он к этому никакого отношения не имеет, к тому. Как объясняет этот абонент, получается, владелец квартиры. Да, на него действительно напали, но вы напали, получается, видимо, как раз на другого нападающего. На байкера, который напал, да? Да, но вы все равно не имели права так делать. Вы к этому отношения никакого не имеете, потому что к вам никаких действий не было. Опа. Привет. Что вам надо? А что ты тут переоделся? Привет. Лицом к стене становимся. Раз. Не хочу. Два. Внимание, граждане. Так, ну сейчас ты со мной, блядь, пойдешь, полудурок. А можно так, что я извинюсь, и вы меня больше не будете трогать, пожалуйста? Да, не, я вам отдамся, я вам полностью... Да, я не будешь трогать, я полностью ты на меня напал и убить меня хотел, ты сука. Ты у меня по максималке сядешь. Не надо. Дядя. Надо. Дяденька, не надо. Надо, надо. Еще дядя, а вы скрипач? Вы скрипач, что ты несешь за бред? Вы скрипач. Ты, походу, правда больной. Так, в общем, у стены стоять. Я сейчас его посажу, и потом тогда разберетесь, окей? Короче, вы обвиняетесь в том, что у вас нету, во-первых, лицензии на найденное оружие, а именно найдено было М4 флеш. А то, что вы не подчинялись требованию госсотрудника, вы выдавали себя за госсотрудника также, вы переоделись в его обычную форму. И пытались убить госсотрудника, который вам приказывал. У вас будет максимальный срок ареста. Вы скрипач, придурок какой-то, сука. Я бегу ему, зачитываю, что с ним вообще будет сейчас, ну, рассказываю. А вы скрипач, да, вы скрипач, долб... А, он еще и получил за правила маньяка, туда его. А че не работаем, я не могу понять, генерал? Мы работаем. О, солнце синее. Да я сейчас его выпущу, вот он, все. Не-не-не-не-не, он со мной, он, если что, он со мной, он меня, я проверял его дом, он умер, он подругу позвал. Все? Он открыл мне. Все, спасибо большое. До свидания. Еб***ь, совсем? Воскреси, воскреси его, быстрее, воскреси. Ща. Воскреси, посадим его. Будь арестованы за попытку убийства, а также за нелегал, который и у вас нашел. А, подожди, какой да, нелегал? Комендантский час, а также попытка убийства. Все отлично. Сколько я там сэмки дал по нему? Мне вот очень интересно стало. Дамаг 29. А, ну я ему по 29 напихал, и все. Вообще добренько. Производство и продажа. Так, с вас 350 рублей ложите на прилавок. 350? Чё так мало? Чё там вообще за сигареты? Ты не листовки случайно нормальные? С объявлениями скрутил? Нет, нет. Нормальные, качественные. Ява, сотка. Понял. Ну сейчас тебе побольше скину. От меня не убудет, а им доход. Я вон положил на прилавок. Ща посмотрим, прикурим. Нормально, нормально, спасибо. Добренько, добренько. Смотри, на сколько я тебе записываю, раскачаюсь. Да ну, я могу это контролировать, мне кажется. Шторм. Ты только что наебался со стула, как ты это контролируешь? А, кстати, да, сигареты теперь хп не отнимают вот эти, которые покупаются у табачника. Здравствуйте, вызов сюда был. Ну, сейчас я, получается, пока подожду. Вызов сделал. Сейчас ребята еще подойдут, кто компетентен в проверках.
Ну вот, я выяснили сейчас. А вопросы какие? С оружием угрожал, а как именно? Убить, что ли, вас грозился или как? Да, ты с оружием зашел к нему? А, понял. Ну, сейчас выясним. Сейчас выясним, с какой целью. Слышишь, а ты можешь мне пока документы показать свои? Ну вот, вот, я... Смотри, за руку тяну тебе, покажи. Государственная лицензия. Ну, государственная лицензия, да. А ты что с пистолетом одним несчастным, я не могу понять. А что без автомата? На складе он у тебя? А что у тебя автомат на складе, а ты здесь лазишь по городу? Тебе же оружия мало, что ты в магазине забыл? Не успел дойти, оказался здесь. Вот тебя силой затащили сюда. Алло, говорю, что ты зашел-то сюда, если ты шел туда оружие получать? Что ты в магазине забыл? Так и что ты в магазине тогда забыл с оружием, с пистолетом? Оружие. Нахрен тебе оружие, если ты получаешь государственное? Алло, ответ дай. Каким личным? У тебя табельное есть. Почему ты им не пользуешься? Почему ты заходишь в оружейный магазин, блядь? Ну хэ бэбл. Уйди отсюда. Стене, встань, пожалуйста. Лицом к стене. Повернись и не поворачивайся обратно. Ага, понял. Вы извините за что дебош, это же ебаный, который я устроил. Да человек на меня напал, свой же, с ножом. Я ему арбузом взорвал на здесь все. Извини, я тебе сейчас компенсацию сделаю. Сука, тумбочки нету. Сейчас, блин, я деньги дам, подожди. Ой, а чё у меня невидимый? СГБшник хорош. Арбуз имба, кстати. Да, ты мне тогда на рейде как въебал арбузом на 60 хп, я арбуз не отберел. Выглядываю через третье лицо, мне в комнату, ванную, летит арбуз, я не понимаю. Но думаю, ладно, он обычно по 5, по 10 хп снимает. А я вспомнил, что я без брони, и он взрывается на 60, сука, хп мне выносит. Да, я помню этот момент, когда мы обыск победили. Сейчас я за дефибриллятором схожу, подождите, не начинайте рейд. Ну сказано ж было, не начинать. Да чё за... Стреляйте. Куда ты там на ствол достаешь, ты ублюдок? Попытка покушения плюс еще раз попытка покушения дважды. Стой здесь на месте. Стой на месте, блять. Да рот закрой, лысый. Я твою лысую голову. Нет, если он был у него в сраке, нахрен ты его опять носишь? Там еще один был на крыше, получается, я его тоже бахнул и посадил. Салам, пришел человечек с оружием гонять. Что вызвало? С каким вот этого человека? Что случилось? Он мимо меня, короче, повидал вроде с Мактеном. Либо с Мактеном, либо с Сэмкой. Пожалуйста, лицом к стене. Так это клевета, мы я проверим. Я даже не доставал ничего. Да мы просто проверим, не переживайте, просто да, проверим. У меня есть оружие, понимаете? Просто... Стойте, я не слышу. Я говорю, у меня есть оружие, но я не доставал никакого оружия, правда. Отлично, вот вы и признались, что у вас есть оружие, но лицензия у вас на это оружие имеется? У меня нет лицензии, я только-только приехал в город, я не могу ее сейчас получить. Ну, в таком случае вы будете арестованы. Так а его опять за клевету, почему? Без лицензии. Блин, да какого хуя на меня клевещет какой-то чел?
Что я сделал ему, нахуй? Смотрите, арестован будет по той причине, что он пошел не в мэрию за лицензией, а в гетто бегать. С клеветой ты разбираться будешь? Я ничего не доставал абсолютно. Кто-то может это подтвердить? Еще кроме... А кто-то может подтвердить то, что я оружие доставал какое-то? Про то, что вы доставали никаких... В смысле? Про то, что... Ну ты же на это отреагировал как-то? Подожди. Подожди, но ты же отреагировал на то, что сказали тебе доставали оружие? Блять, докажи, что я доставал какое-то оружие. Вы только что сами признались, что у вас действительно... Я сказал то, что у меня есть оружие, не то, что я его доставал, на кого-то наставлял. Он тебе сказал вообще МАГ-10, ты нашел у меня МАГ-10, нет? Вас никто не арестовывает за то, что вы наставляли оружие на кого? Какую нахуй М4, блять? Ты просто так от балды, сука, кому-то сказал то, чего я не делал, блять. Ты нормальный, нет? Так я молчал. Ого, сюда его, сюда. Алло, блядь, я ничего не доставал, почему ты придумал вообще, блядь? Я пройду, да. Смотрите, для рассмотрения данного дела можете пройти в мэрию, сейчас я вас проведу. Вы подадите X, а также получите лицензию на оружие. Без проблем. Чё я сделал ему? Я не знаю, я просто мимо прошел, мимо него прошел. Да, повторяю еще раз, пройдемте в мэрию, вы получите лицензию. Сейчас, пару секунд и пойдем, сейчас, пару секунд и пойдем. У него нож, ты, я шум, Пожалуйста, встаньте, сэр, лицом к стене, сотрудника КГБ Большой Арабул, встаньте лицом к стене. Вы не сотрудник, правильно? На основе чего? Да, быстрее, пожалуйста. Он меня зарезать хотел. На основе подозрения на огнестрельное оружие. У вас, я вижу, в руках есть холодное оружие. Скорее всего, у вас есть его лицензия. Вот мне хотелось бы ее проверить. Все, решена была проблема. Какой-то холодный оружие, это крюк кораблича. Мы решили, там человек с ножом без шара. Мы уже его арестовали. Все нормально. Вообще логично. Нормально вообще все? Что я сделал? Ты выдумал, что у меня оружие какое-то есть сначала? Сейчас ты цепляешься. Что с тобой такое? Ты о чем? В смысле о чем? Что, я по голосу думаешь, не узнаю тебя? Что с тобой не так? Чем ты обижен? Что случилось? Да я не знаю, сотрудник у вас странный какой-то. А, у меня вообще паркур в руках был, то есть я ему ничего не сделал. Но я действительно ничего не брал в руки, кроме паркура. Хуйню какую-то выдумал. Я вот сейчас с админом общаюсь, который за ним тоже наблюдает. Зачем он за гос отдал 30 тысяч челу при ограблении? Даже если он в маскировке. Потому что по правилам нельзя госов грабить при соотношении 1:1. Только 2:1 можно. Сейчас чел пишет, я не понимаю, тоже говорит в ахуе. Следим пока дальше. Короче, наборка сказала, это на НРП у тебя будет. То, что ты выдумываешь какие-то причины для обысков, чтобы докопаться до людей. Какой ты скрипач, можешь мне объяснить? Чё ты там несёшь в чат? Я сейчас просто читаю, ты говоришь, я скрипач? Не, ну это пиздец. Ну, я понимаю, там вы все фанаты, фан-база, ребят, но... Ты постоянно спамишь, дай... Чё ты тут говоришь? Мне 12, отличный пара, буду на поводке у тебя, или... Пису не игнорь, что ты несёшь? Сына. На то, блядь, бежала бомба я. Что он ходит, и у тебя неадекватность идет, ты понимаешь? Чел женщину впервые увидел. На сервере, блядь. Я сказал, что у тебя должна быть причина, это, во-первых, и обособленная причина. Это не вот настолько, что ты должен это нести. Типа, я сказал, но я сказал, не, ну, ты слышал меня. А, ну, то есть просьба, ну да. То есть это ты возвелся в просьбу, молодец. Причем он просто ходил за нами. Он никакого, блядь, РП не бил. Он просто, блядь, там сколько? По мэрии ходил. Ну, что он сделал? Что-то тут зая, разрешай, снимаю, ломаю вас. Ладно, буду не прав. Прости, у меня уже страфон оказался. Сломаю Рафлан, я скрипач, я у него там венецианский мэри... миллиардер. Подожди. Я скрипач, бля, скрипач. Посмотри, у него там не было то, что шерсть, вся вот эта вот хуйня. То, да что я видел там, типа, обещал бы. Про армию, так это про армию там что-то. Я тебе еще больше скажу. Смотри, менял ли он имя на... Там, у него был дьют, кажется, ник. Если это он, то его увольняли. А что он сделал? Ну, его 5 раз, блядь,
Да он просто бегает за вот этой девушкой, говорит, дай пи***ку полезать постоянно. Ну так и чё, блядь, чё, сложно дать полезать, пизд***. Ладно, если так с фана уходить, то ты же просто спамишь одно и то же. Начал говорить, у вас произошел конфликт. Я чечен, а ты шерсть, я чеченец. Ну раздвинь нос, ножки, раздвинь, сломал. Так. У меня горят яйца, я не могу. Я не гинеколог, но это блять понятно просто. А человека, что такого? Ну просто, я просто не понимаю, в том, чтобы сказать слово «нет». Да, так мы почему говорили? На тот момент, то, что она ему говорила. А, он вас всех просил дать ему? Я просто ее заебывал. Да, блядь, он подходил к Лоле. Почему никто не дал полезать, я не пойму. Чё сложно? Ну да, действительно. А, плюс там, есть ли какая-то хуйня за то, что его 5 раз увольняли, и он становился снова СПГ, там, милиции, да, чё кинули. Смотри по логам. Полицейский, ну, который просит дать ему секс, которого увольняли. Сука, это Поднебесный, походу. Я буду мстить всеми возможными способами. В рамках закона. Я все понимаю. Я же сказал, что типа можно, но не настолько же зачем человеку игру. Пойми меня тоже, как человек. То есть, ну, ты играешь, а тебя просто за тобой бегает человек и мешает тебе играть. Это, ну, уже реально все на рамки переходит. Да я сказал, я Гарри Гудини тогда. Да заебал он меня просто. Ты прикинь, на протяжении часа вот такую не исполнять. Ну, сделай, что он просит, чтобы отстал уже. Я не знаю. Да пошел он нахуй. Ну, сначала то, что он просил, потом он мне кто, блин? Он мне кто, блин, бы я давала ему пизду. Ну, как говорится, это пизда моя, и я ее лежу. Бесплатно даже не в своей квартире. Которые просто приехали по***ться с ним. Просто так. Если бы у меня такое в жизни было, я бы сейчас был супермен, блядь. Я бы был... Сука, нахуй, блядь! Какая у тебя, какой нахуй, РП? Может быть РПшка, сука, с судьей в мэрии, где ты говоришь, дай полезать, блядь. Он протестует. Протестую, нахуй, дай полезать. Да, так это буквально Поднебесный. Он несколько раз на госпрофе был, его увольняли, и он домогается. Я хоть и не полноценный Гарри Гудини, но фокус с изнасилованием показываю. Смотри, на счет 3. Раз, все. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо Сане Санчо, Никите Ехимчуку, Хорни Девилу, Илье, Гольф Беллу, Юрию, Бенни и Делару, а также остальным ребятам у вас на экранах.